Добрый день, уважаемые зрители канала «Узнай секреты профессионалов». И сегодня у нас просто на обзоре гриф китайского производства, такой вот олимпийский. Этот гриф весит не 20 килограмм, как стандартный гриф олимпийский, а весит, как женский гриф, 15 килограмм. Но особенность: женские грифы тонкие, 25 миллиметров. Этот же имеет толщину 29,5 миллиметров, как у обычного мужского грифа. Единственная разница — облегченные стаканы. Стаканы такого, обычно у всех грифов стаканы гладкие. Здесь же, вы видите, вот если взять ногтем, они такие, с такой как будто бугорками, кольцами такими. Вот. Я, в принципе, мне такое не особо нравится, удобно, но вот если взять, к ним шли вот такие вот замочки. Вот, замки получаются с дожимом, все. Вот. То замок имеет две гаечки барашка, вот закручиваем, то замок довольно-таки эффективно держится вот на такой вот структуре рифленой, негладкой, негладком стакане. Далее, особенностью грифа получается, стакан немного короче, и теперь сам гриф между стаканами имеет ширину 141 сантиметр, вместо того, чтобы, ну, в обычном стандартном 131,5, то есть 10 сантиметров разницы. Руками можно брать на 10 сантиметров шире, что очень удобно. А по крепости этот гриф ни грамма не уступает тяжелым 20-килограммовым грифам. Вот. В принципе, в сумме с вот этими замками гриф имеет вес ровно 20 килограмм. Ну, замки, в принципе, в учет не берем. А еще такая особенность вот на стакане, если будет видно. Вот здесь вот так вот стакан соединен, видно, сваркой. Поэтому, когда сюда одевается блин, он не вплотную одевается. Вот здесь такая вот сварка, наверное, и поисточена чем-то. Получается, блины не вплотную одеваются к торцу стакана. Вот. Ну, а так, в принципе, гриф хороший, прочный, крепкий. С хорошей накаткой, с хорошей хромировкой. Вот. Но особенность — стаканы какие-то, ну, вот, рифленые.